К другим новостям. В гимназии номер 16 города Люберцы представители Министерства образования Подмосковья наградили детей с ограниченными возможностями. Это имена и стипендия губернатора Московской области в сфере образования, которая вручается ежегодно. О лидерах, которые, несмотря на свои особенности, добиваются успехов, расскажет наш корреспондент. Не грустите, матери, не надо. Ваши дети – ангелы, не зло. Богу вам даны награду, чтобы в мир нести любовь и тепло. Восхождение на Эверест, горнолыжный спорт, учеба, творчество – это лишь малая часть любимых занятий у этих детей. И вот копилку их наград и достижений пополнила именная стипендия губернатора Московской области. К олимпиадам достаточно долго готовлюсь. В школе какая-то подготовка, учителя помогают. А художественное – это вот как вдохновение. Если захотел, нарисовал, и все получается. Необходимость подобных мероприятий отмечают и сами лауреаты. Ведь для них такое признание значит очень много. Они вдохновляют нас силы и показывают, что можно жить полноценной жизнью, даже таким детям, как мы, инвалидам. На торжественной церемонии присутствовали более 300 человек. Помимо лауреатов и сопровождающих, на площадке работали волонтеры, которые координировали людей и оказывали им свою помощь. Мне кажется, это необходимо, потому что это объединяет детей. Дети видят, что они не одни, что у них есть поддержка как со стороны государства, так и со стороны взрослых других людей. В такой атмосфере праздника и радости в адрес лауреатов было сказано немало добрых слов и напутствий. Видимо, вы ангелы среди людей, потому что, глядя на вас, вашу силу жизненную, энергетику, как вы умеете в этой жизни устоять, это такой пример для тех, кто немножечко в других условиях живет. Они не любят говорить о своих особенностях здоровья, но с удовольствием поделятся успехами и победами. Целеустремленности этих детей позавидует каждый. И все-таки, несмотря на разницу в возрасте, нам есть чему у них поучиться. Наталья Григорьева, Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.